Около 10 утра в соборе Александра Невского начинается служба. Через несколько минут памятник князю будет освящен. Это первый конный памятник в Нижнем Новгороде. 13 метров в высоту, без постамента 6. Благословляется, освящается изваяние сие, благодать и святая Духа, а кровь лица освященная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Двигаясь таким бодрым шагом в сторону завершения этого года, мы должны помнить о том, что мы не должны останавливаться, и мы должны продолжать благоукрашение нашей замечательной нижегородской земли, нашего замечательного города. Скульптура изображает Александра Невского без шлема. В России таких памятников больше нет. Задумка авторов такова. Князь заканчивает свой земной путь и начинает жизнь в Царстве Небесном. Реализации масштабной программы преобразования города, масштабной программы благоустройства не забывается история. И появляется все больше и больше мест, фактически наполненных вот этой исторической памятью о наших предках, о наших героических предках. Постамент делали в Петербурге, саму скульптуру в Москве. Эскиз памятника выбирали нижегородцы. Это тоже символ, символ благодарности Александру Невскому от всего русского народа. Пускай этот дух соработничество во Христе Иисусе Господе нашем никогда не покидает русскую землю. Всегда сохраняется, умножается на нижегородской земле. В этом году Александру Невскому, как и Нижнему Новгороду, исполняется 800 лет. Сейчас частица мощей великого князя находится в Городце, месте, где и закончил свой земной путь спаситель Руси. Служба информации, Александр Быков, Валерий Шакуров.